Жители Вторчермета тонут в мусоре. Полгода назад в частном секторе убрали контейнеры. На их месте образовалась стихийная свалка. Люди несут пакеты по старой памяти. Жители бьют тревогу и обивают пороги учреждений. Ничего добиться не получается. У нас до этого стояли здесь мусорные баки, и хотелось бы, чтобы их вернули нам. Ну, чтобы это закончилось уже в конце концов. У нас уже завелись крысы. Неизвестно, какие люди приезжают, с машин все выбрасывают и уходят. Полгода назад в администрации Чкаловского района обещали ловить нарушителей за руку и установить наблюдение. Но ситуация не меняется. Мусор вывозят только по заявке, когда соседи отправляют обращение в спецавтобазу.